Всех приветствую, кто меня смотрит. Сегодня воскресенье. В общем, целую ночь идет дождь. Сейчас дождь не прекращается, как видите. Сыро, холодно. Такое ощущение, что климат тропический какой-то здесь. Вот что ливень наделал. Здесь такое окошко маленькое. Видите, вода плохо отходит. Приходится целое ведро набирать. В общем, не знаю даже как быть. Сейчас ведро это вылью. И, наверное, буду доставать там дальше, чистить как-то неудобно здесь, в этом окошке. Дождь до сих пор идет, капает. Очень противная погода. Надеюсь, дорогу асфальт дождем не смыло. Еду медленно на второй передаче, потому что не знаю, что впереди меня ждет. В общем, смену еле отработал. Замерз как собака. Кондиционер только поверху воздух гонял, теплый. Там внизу холодно было. Сейчас пытаюсь в машине холодной немножко согреться. Включил мозгам. Ну, кто так дороги строил, что вода на дороге? Ни уклона, ничего, сток. Ну вот, видите, так выглядит дорога. Ох, вокруг горы. Разгоняться нет смысла. Лежачие полицейские, вода, ну и видимость не очень. А вода, ой-ой-ой. Так, и вот она, ожидаемая лужа. Все, слава богу, приплыл. Кто-то знак сбил уже ночью и не вписался в поворот. Да, вода страшная сила. Так, здесь уклон побольше. Ребята, смотрите, какая видимость, да? Небо как будто прорвало. Видимость, не знаю, до километра. Что ж такое-то холодно, а? Смотри,
люди решили отыграться за те полгода, когда была засуха. Хорошо, что здесь, как в Израиле, нормально, как бы светоотражающие катафоты стоят на дорогах, знаки, разметка нормальная. Я не представляю, если бы дороги были с ямами какими-то. Проезжаю, пропускаю тебя. Куда лететь? Спешить некуда. Почти 7 часов утра, люди как раз на работу сейчас едут, а я с работы. Вот, видите, какие прям как на морских лыжах. Кстати, я на дорогах, ну, нигде не видел люблённой канализации, где сток идет. Отсеков не вижу. Наверное, не запроектировано. Так, и вот. Приезжаем в речку с камнями. Обычно никогда погоду не смотрю на перевод, но у меня нет этой привычки. А вот теперь думаю, зря. Надо иногда смотреть хотя бы на 3 дня вперед, что предстоит. Целые выходные. Здесь какая-то аномалия. По субботам всегда часто дождь идет. Иногда шутим, что верующие молятся в субботу, чтобы все сидели дома. Никуда не выезжали. Вот. Поднимаемся все выше и выше. А тучи все гуще и гуще становятся. Здесь земля в Израиле зимой, наверное, напивается водой дождевой на полгода наперед. Так как летом практически дождей нет. Только сейчас начал тепло гнать. Поставил на 25. На 10 минуте только почувствовал тепло. Так, мне этого еще не хватало. Еще стоим, не едем. Очень хитрый маршрут.
плохо. Надо быть бдительным очень, потому что если попасть колесом в канализационный люк, то это будет очень плохо. Гаражи, поэтому у многих машин на улице просто живут. Ну, здесь благо дождик, дожди не кислотные, поэтому думаю, машинам ничего страшного не будет от дождя. Мальчики молодцы, встали на встречке. Я как-то не позавидую в такую погоду сейчас работать, это они все мокрые будут. Стоит на дороге.